37-летний Александр Гудков сделал неожиданное признание. В разговоре с 38-летней Ксенией Собчак юморист рассказал, что готовится к свадьбе. О личной жизни шоумена до сегодняшнего дня ничего не было известно. Но Ксении удалось выяснить, что Александр состоит в серьезных отношениях. Юморист признался, что счастлив и переполнен нежными чувствами. «У меня все хорошо, я влюблен. Жестко. Я защищаю эти отношения, как мамочка, и сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо», — сообщил Гудков. Когда же Собчак пыталась узнать, как шоумен собирается делать предложение, то была удивлена. Оказалось, что Александр давно помолвлен. Но назвать имя возлюбленной он отказался. «Уже все сказано полгода назад примерно. Я не хочу об этом говорить. Юмор внутри меня защищает, я так хочу», — отрезал Гудков. По словам участника шоу «Вечерний Ургант», он подарил невесте изящное кольцо элитного бренда Tiffany. Александр отметил, что вместо пышной свадьбы они с возлюбленной решили просто расписаться этим летом. «Если бы мы не были неизвестными, то, конечно, все бы сделали», — объяснил он. Гудков признался, что является очень скромным и стеснительно реагирует на флирт, опуская глаза. Александр завел разговор и о детях. У шоумена 10 крестников, но своих наследников он заводить не спешит. Звезда КВН каждое лето бывает в лагере «Камчатка», там он работает пионер-вожатым. Шоумен поражается тому, какое непредсказуемое и любознательное новое поколение. «Мне кайфово с ними. Может, это потому, что я начинаю подпитываться новой энергией, а они в какой-то степени моей. Если даже у меня единственный отпуск летом, я отдаю его Камчатке, потому что возвращаюсь оттуда другим человеком», — рассказал Гудков в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Александр и группа Cream Soda посвятили клип всем отмененным вечеринкам и показали, как можно привнести в самоизоляцию ощущение свободы и радости. В интервью с Гудковым телеведущая случайно похоронила Валентина Гафта. Собчак едва не расплакалась из-за шутки Александра.